Несколько дней назад я слышал диалог по радио, где а, замечательный киновед и социолог Даниил Дондурей а, беседовал с журналисткой и произнес следующие слова. Он говорит, вы видели картину Шагала? Она говорит, видела. Он говорит, вот на картинах Шагала все герои летают. А у Шагала, скажу от себя, летают не только герои, но и животные. И часть интерьера летает, и часть пространства в полете. Ну вот, говорит Дондурей, наша проблема, имеется в виду проблема нашей страны, в том, что мы не летаем. Вот Владимир Соловьев, это, конечно, философ для тех, кто хотел бы полететь. А сегодня мы поговорим об учении, главном, наверное, в биографии Соловьева. Оно и для него было главным, и для всей истории Серебряного века, потому что именно образом Софии Владимир Соловьев и заворожил русскую культуру. И с этим образом у него сложились свои особенные, можно даже сказать, интимные отношения. Если еще учесть, что а, три женщины, главных в его жизни, но это супруга Алексея Константиновича Толстого, Софья Андреевна Толстая, причем зовут ее Софья Андреевна, так же, как супруга Льва Николаевича Толстого, а, которая была его другом. Ее звали Софией. Племянницу Софьи Андреевны Толстой, Софью Хитрову, в которую Владимир Соловьев был влюблен, звали Софией. А на склоне лет он полюбил Софию Мартынову. Ее тоже звали Софией. Но когда мы говорим об образе Софии, то нужна такая небольшая предыстория. О Софии, как о премудрости Божией, мы впервые узнаем из Библии. И в Библии сказано о том, что она уже присутствует в тот день, когда создаются небеса. То есть она при небесах, она как бы предшествует небесам. Небес без Софии нет. И дальше вот это путешествие этого образа, оно весьма прихотливо. Понадобилось бы много дней для того, чтобы об этом говорить. Скажем только, что наиболее сильное образ Софии как при мудрости Божией разработан в гностической философии. Гностическая философия – это поздняя античность и раннее христианство. И само слово «гнозис» обозначает знание. И речь идет о том, что многие люди на земле себя чувствуют изгнанниками, они не у себя дома. И они чувствуют, что они здесь, они сосланы сюда, здесь все их гнетет, здесь все отвращает их взор. И они чувствуют себя изгнанниками по образцу первой изгнанницы. Это была София. И поскольку для гностиков весь мир находится под властью зла, тотальной властью, то для того, чтобы выпутаться вот из этой страшной паутины мироздания, да, нужно знание, гнозис. Вот почему гностический миф. Миф о Софии гностический, но если очень кратко об этом рассказывать, он начинается с того, что София отпадает от некой божественной полноты. Она увлечена светом, и она думает, что это свет Бога, божественный свет. Хотя здесь все странно, мы не будем даваться подробности, потому что она сама -то тоже часть божества. А это свет, отразившийся от бездны материальных вод. И таким образом часть Софии попадает в материальный мир. И здесь София рождает демиурга. Надо сказать, что у гностиков весьма и весьма такое странное представление о демиурге. Демиург это создатель вот этого мира, в котором мы живем, мир материального. И это, в общем, у некоторых гностиков это ложный демиург, у некоторых он такой дегенеративный. А у некоторых он вообще является абсолютным воплощением зла и в этом смысле синонимичен князю мира всего сатане. И София, божественная премудрость, оказывается, вот она увязает в этом мире и постепенно начинает забывать о своей мудрости. И вот также душа человека, также сознание человека, увязая в материальном, оно в конечном итоге забывает о том, о своей природе, о своей изначальности. И вторая половина мифа, когда Софию спасают, и в некоторых интерпретациях Иисус Христос должен спасти Софию премудрость Божию. Владимир Соловьев очень много изучал и гностиков, и мистиков, и у него были достаточно любопытные, а в чем-то и забавные спиритические опыты. Ему хотелось изначально найти некий вот такой мостик между здешним миром и потусторонним. потусторонним. Нужны были какие-то факты опыта, и его сердце захотело этих фактов опыта после того, что с ним произошло в 9 лет. В 9 лет семья была православной, христианской, его церковленной, дед был священником. И в 9 лет в церкви ему предстала София. Ну, вот как говорить человеку, которому никогда не представала София, так как Владимир Соловьев о том, что он испытал. А, собственно говоря, с этого момента и начинается такое какое-то глубочайшее погружение Соловьева в этот образ. А надо сказать, что он был существом невероятно, судя по всему, сенситивно развитым, то есть невероятно чувствительным. Там, где мы в философских текстах видим метафизические и логические категории, Соловьев их переживал сенситивно, с невероятной какой-то образной насыщенностью. И второе, вторая встреча с Софией случилась с ним тогда, когда он поехал в Англию. И в Англии, в библиотеке, начал изучать специальные книги. Он в своей поэме Три свидания заметит, что ему все время попадались книги о Софии. Все время. Ну, буквально а, вот так вот протянет руку, а что-то о Софии. И когда он пытался почитать какие-то другие книги, как он намекает в этом стихотворении, я не знаю, что имеется в виду, случались казусы. Казусы такие, что вот, вот было как-то очень неловко и стыдно, и смешно. Не забудем, что Владимир Соловьев это невероятно юмористический человек, его смех до сих пор звучит над русской культурой. И вот там в библиотеке он снова встретился э, с Софией. И София, э, как сам Соловьев говорит, я понимаю, как это звучит для сегодняшнего зрителя, так материалистически настроено, но тем не менее велела ему ехать в Египет. И он поехал в Египет. И в Египте он э, начал исследовать жизнь египетских мистиков, да, блуждая по пустыне. Блуждал он. Как я уже говорил в предыдущей передаче, в очень странном наряде, в черном костюме, в цилиндре, он был арестован, если можно так сказать, бедуинами. Они решили, что это черт. А любопытная такая голосовка судьбы. И вот этого черта они связали, ну как во всем черном, по пустыне. А потом они посмотрели на него, отвели в сторону, развязали и уехали. И освободили его. И вот там было третье явление Софии. Наиболее яркое и наиболее поразившее самого Владимира Соловьева? Я хочу вам прочитать небольшой фрагмент из поэмы Три встречи. А уникальность этой поэмы в, том, в самом тоне. Я не могу сейчас вот ничего вспомнить, кто в мировой литературе имеет такой мистический опыт, который, собственно говоря, определил жизнь Владимира Сергеевича? Мог бы на склоне лет написать такую об этом юмористическую поэму. Юмористическую поэму. Здесь очень много смешного. Ну вот, например, вот третья встреча в Египте. Соловьев ее описывает так. Тем временем... Немая ночь на землю спустилась прямо, без обиняков, Кругом лишь тишину одну я внемлю, Да вижу мрак среди звездных огоньков. Прилегши на землю, я глядел и слушал, Довольно гнусно вдруг завыл шакал. В своих мечтах меня он верно кушал. А на него и палки я не взял. Шакал-то что? Вот холодно ужасно. Должно быть нуль. А жарко было днем, сверкают звезды беспощадно ясной, блеск и холод во вражде со сном. И долго я лежал в дремоте жутко, и вот повеяло. Усни, мой бедный друг. Я уснул. Когда ж проснулся чутко, дышали розами земля и небо круг. И в пурпуре небесного блистания, очами полными лазурного огня, глядела ты, как первое сияние всемирного и творческого дня. Что есть, что было, что грядет вовеки, все обнял тут один недвижный взор, Синеют подо мной моря и реки, и дальний лес, и высе снежных гор, все видел я, и все одно лишь было, один лишь образ женской красоты, безмерная в его размер входила. Передо мной во мне одна лишь ты, о, лучезарная, тобой я не обманут. Я всю тебя в пустыне увидал, В душе моей эти розы не завянут, Куда бы не умчал житейский вал. Один лишь миг видение сокрылось, И солнце шар сходил на небосклон. Ну и так далее. Я думаю, вы почувствуете потом этой поэмы, что она очень необычная. Она очень необычная вообще для литературы. И, собственно говоря, с Софии-то и начинаются все Соловьевские идеи, идеи его жизни. Ну и, и, как бы сказать, то, что случилось с ним в его личной жизни, потому что он любит Софью Хитрово. На протяжении очень многих лет он ее полюбил, ему было 25, по-моему, ей 29. Она была замужем. У нее были дети. И Соловьев ее звал собой. Но она сказала, я замужем, у меня дети. Это такая дворянская среда, довольно нравственно щепетильная. И он все годы ждал ее. Причем так по смешному, он носил на сердце башмачок. Вязанный башмачок с ножки ребенка Софьи Хитрового. И время от времени доставал его, целовал и прятал назад. Ну, вот такая вот милая сентиментальность. В какой-то момент он ждал, что она все-таки откликнется. А, конечно, на ней лежал отблеск той великой да, Софии, той божественной премудрости. И он сквозь одну Софию видел другую. И вот умирает муж, ей 50 лет, и он снова ее зовет, и он всем близким говорит, скоро она придет, вот знакомится там с мамой, с сестрами, скоро она придет, а вот видно, какая-то часть его чувствовала, что не придет, и он заболевает. То ли нервной горячкой, то ли тифом. И вот лежит Соловьев, умирает почти. Подходит сестра, и он просит ее читать Евангелие о браке в Кане Галилейской. И вот он лежит, крестится, истекает потом. А когда сестра заканчивает читать, он говорит, вы телеграмму послали ей? Ну все знают, кто она послали. Эти два человека, у них был какой-то разговор, она приезжала к нему, они заперлись в кабинете, никто не знает, о чем они говорили. Она снова не согласилась на замужество. И ведь что получилось? Они стерли все следы своих отношений. Уничтожены все письма. В воспоминаниях современников нет ничего существенного. Мы не знаем, каковы были их отношения, кроме того, что Владимир Соловьев был сильно и безутешно, и все-таки весело, при всем при том все-таки весело влюблен в Софью Хитрову. И у Соловьева, конечно, не гностическое учение. Для него, да и для русской культуры, он написал целые книги, а у меня несколько минут, поэтому, поэтому вы меня извините. А для него София – это первообраз. Вот Богу надо реализоваться в чем-то. Да? И он реализует в образе, в образе. И он сам реализует себя в образе Софии. Так как первообраз, тот первообраз присутствует дальше во всех образах Вселенной, во всех образах культуры, во всех образах, которых мы можем знать. И те образы, которые не искажены, их внутренняя природа не искажена, так или иначе откликаются на этот первообраз, на образ самой Софии. И таким образом возникает идея красоты. Это красота из первообразия. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с жизнью, образом, мы сталкиваемся с красотой. И для Соловьева красота – это как раз та и материальная, и надматериальная сила, связанная с Софией, премудростью Божией, которая творит этот мир. Вот мы живем в этом мире, да, созданном Софией. И для Соловьева очень важна идея о нерасторжимой связи идеального и материального – очень, очень сильной невероятной связь говоришь об одном и говоришь одновременно о другом и тоже так никогда не говорили потому что а, наше тело это деятельность софии сама софия является телом божьим и отношение у соловьева к материальному миру для мистика для духовица да, для а, человека который Прозревал сквозь вот этот вот мир явлений нечто большее, очень необычно. И когда он пытается преобразовать православие, русскую церковь, российскую историю именем Софии и силой Софии, кстати говоря, скажем, что в христианскую эпоху наиболее сильное воплощение образ. Софий получил именно в православии, потому что в католицизме он был практически забыт. И мы можем найти огромное количество храмов, построенных на территории Российской империи во имя Софии. Можем увидеть большое количество икон. И, конечно же, для Соловьева это тоже было очень важно. Он считал, что у России есть особая судьба. Россия ведома Софией премудростью Божией, и нужно действовать согласно с ее волей для того, чтобы изменить людей. А изменить их нужно потому, что они находятся не в надлежащем состоянии. Но об этом в нашей следующей программе.